Приветствую подписчиков и зрителей моего канала «Одесса», 5 декабря. На данный момент масштабная воздушная тревога по всей территории нашей страны. Как я и предупреждал, уже обнаружены пуски ракет с 12 бортов бомбардировщиков Ту-95. Это где-то в районе 100 ракет. Вероятное время прилета 13:40. На данный момент известно о взрывах в Харькове и о взрывах в Полтавской области. Сообщают о том, что сбили ракету и там, и там. Но, сами понимаете, информация данная является предварительной. Также противник осуществил пуски ракет с акватории моря. Летят еще и калибры. Сообщают о том, что над Азовским морем группа бомбардировщиков Ту-95. По информации, которая известна, сообщают о том, что ракеты летят на центральную и западную часть нашей страны. Зафиксирован заход ракет Х-101 на территорию Сум. И есть информация о том, что две группы ракет летят в сторону Киевщины. Это все, что известно мне на данный момент. Я на связи, пока есть на связи, пока есть интернет, пока есть свет. Как будет обновляться информация, сразу буду сообщать. Берегите себя, до встречи, всем пока.